Так, ну теперь нам надо разрезать это дело тут. Да? Не знаю, это неблагодарное дело резать вагонку, поэтому я сейчас возьму бисект и вот так разрежу. Я имею в виду неблагодарное в плане. Если мы будем делать это с помощью Ctrl-R. Так, еще раз выделяем. И еще раз режем. Где наш бисект? Вот тут он у нас. Вот так, хорошо. Теперь убираем это. А, ну тут еще надо пробисектить. Хотя, возможно, воспользоваться вот этим. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот, это убираем, вставляем. Где прорезы? Веселенькое дельце, объект идет. Вот они, они. Так, я имею в виду, что мы можем, конечно, вот эти убрать наши. Для окошек. Так. Ну-ка. Сейчас посмотрим, если мы скажем, то есть вот так, то мы видим, что это можем вырезать. Они немножко пошире, конечно. Но для сохранения вагонки мы можем ее использовать, в общем-то, вагонного этого узора, я имею в виду. То есть, если мы возьмем 1, 2, 3, 4, 2 пропустим, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, нет, так не пойдет, 4, 5, 4, 5, 4, 5, неровно это все распределяется, на одну мы пролетаем, ну, что не хотелось бы, конечно. Раз, два, три, четыре, 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 пять, верно. Раз, два, три, четыре, ну фига. Тут не получается. Значит, придется какой-то жертвовать. Не рассчитал. Так, отсюда, допустим, представим, что отсюда больше тут вход, да? 5, 2 пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5, 2 пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5, зато оно красиво. Мы это удаляем, я говорю, фейсы удалили. Мы, конечно, могли бы, ребята, с вами сделать следующее, так. Не так надо делать. Надо брать вот так, сказать вот так, нет. Потому что она не удаляется вся вагонка. Надо было раньше, наверное, делать. Но зато мы можем сделать следующее. Можем взять вот это, сказать так, тудинс, и вот так, тудинс.
Так. О, а тут что у нас такое? Да не, все нормально, так кажется. Эффект такой просто. Здесь тоже мы можем взять вот это. 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Убрать. Вверх. Вниз. Почему я так тщательно делаю? О, странно. Она и здесь зацепила. Это как так? По отдельности надо делать, что ли? Я не хотел по отдельности. Я хотел вот так, чтобы сказать ей простое слово волшебное. British лобс. Что? Не хочет. Ладно. Скажем, просто удалить фейсы. Когда мы фейсы удалили, тогда более красиво происходит все. Почему я это делаю? Я хочу, чтобы, если я буду делать стекла, да, чтобы эти стекла были прозрачные. Нет. Так. Вырезаем фейсы. Здесь через 2 раза 3, 4, 5. Чтобы сквозь них можно было смотреть. Кто ее знает, я, может быть, потом там сиденье сделаю. У меня есть фотографии специальные старых вагонов. Я сам делал. Фейсы, 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 фейсы. И этот, и вот этот фейс удаляем. Есть. Ну а теперь, в общем-то, все не так сложно. Мы с вами возьмем теперь тоже листочек с коровий носочек. Так, у нас выделено что-то. Да, все выделено. Еще дверь надо будет делать. И тут тоже, как думали. Так, теперь мы возьмем mesh plane. Развернем его. G. G. Нет, это R на X и 90 градусов. Так, теперь поставим его в зависимости от бочка. В бок Y. По Y. Вот так. И сделаем красиво из него какой-нибудь такой. Ну-ка. Где-то вот так. И S по Z. Есть. А теперь мне надо следующее. Мне надо взять вот эти точки. Вот эту точку, эту точку. Так. И сказать Ctrl-B. Нет, не так. Ctrl-Shift-B. Но кругленькие. Да хватит такой круглизны. Вполне. Так.
Далее берем это, говорим и делаем вот такую штуку. Далее говорим select, инвертировать нам надо. Подождите. Вот select invert и потянем. Так, сначала потянем так. E по Y. Да? По Y. Я думаю, этого будет достаточно. Теперь возьмем объект мод и поставим его на место. Ну, как-то так. Сейчас пряменько поставлю, выпрямлю. Вот. Тогда у нас будут красивые окошки. Прозрачные даже, если нужно. Видите, оно немножко не подходит. Поэтому мы сейчас ее... Так, S. Вот. Так мы ее сделаем. И наверх. Смотрим еще. Подгоняем сюда, подгоняем. Ну, надо SPZ не хотел я, конечно, что меняет немножко геометрию. GPZ. Ну и все. Теперь очень просто все. Мы встаем сюда. Так, секунду. Мы встаем сюда. Вот так. И говорим Shift D. И двигаем по X. То же самое. Говорим Shift D. И двигаем по иксу. Есть. Теперь эти три мы объединяем в один. Ctrl J. И раз такое дело, когда же я выздоровею? Раз такое дело, мы говорим, этот общий объект, у него set origin подходит по 3D курсору, убираем все лишние трансформации и говорим mirror по Y. И получаем очень даже, ребята, неплохие окошечки. Проблемка только двери нам надо еще сделать. Ну а что это за проблема? Сейчас просто возьмем, сейчас посмотрим по времени. 14 минут, вполне успеем. Возьмем тоже можно было бы из это сделать. Так, а почему бы и нет? Ну-ка, секунду. Объект мод, вот это выделим, скажем, объект edit мод. Сейчас поймете, что я имею в виду. Shift D. Shift D. В чем дело? Почему она не шифтит? Shift D. Все, шифтит нормально. До этого надо мне взять это все и сказать объект мод, сказать, что я доволен, и play. Все.
Теперь я могу одну взять. Вот так. Shift-D, запираю по оси, типа оси X. Нет? Не забираю. Вот так. И теперь разворачиваю. Так, это будет R по Z. Так мы сэкономим хорошую долю времени. Так, теперь пришлепаем ее на место. Где ее место? Где-то вот так, я думаю. Так. Надо перевернуть ее. RZ180. Что, не с клавиатурой проблемы, что ли, или что? Так. Причепляем ее сверху, смотрим. Вообще надо ее отдельно сделать. Она отдельно у нас? Нет. P Selection. Вот теперь она отдельно. И ее прицепим теперь к этому входу. Вернее, это выход, наверное, да? G по X. Вот так, немножечко. Вот так, так. Отлично. А далее... А нет, не отлично. Она у нас впечаталась в вагонку. В вагонке тоже можем сделать дырку, в общем-то. Подождите, ребята. Сделаем на вам дырку. Дальше G по X еще раз вытащу. Вот так, к примеру. А вот тут... Дит мод. Нет. Нам надо вот этот объект. Вот этот. И от него уже дит мод. И от него вот этот. Ну, его вот так делаем вниз. G. Нет, это будет E. Вот так сделаем. Так. Потом я хочу разделить это контуру здесь. Секунду. И контур сделал здесь. Контур-удар. Здесь. Отлично. Теперь мне надо этот и этот сказать Ctrl-B. И всего лишь один. Так. Отлично, но не совсем отлично. Я не так хотел, секундочку. Я не так хотел. Я хотел так, вот это вот взять, Ctrl-R. Так, и ее Ctrl-B сделать. Нет, Ctrl-B теперь. Так, вот. То же самое здесь. Ctrl-R. И... Ctrl-B. Почему он тут так делает? Я так не хочу. Я хочу вот этот раздвинуть. Ctrl-B. Вот туда, ну пускай делает, что хочет, а здесь вот Ctrl-P будет. Да? Для чего? Сейчас объясню. Наверное, побольше надо было Ctrl-P сделать. Ctrl-P. Вот так. Теперь я беру вот этот полигончик. Вот этот полигончик. Бридж. Вот что я хотел. Ну, я хотел сделать вот такую. Может быть, чуть поуже еще сделать это.
дверь. Ну-ка. Сказать так S. Так, дальше вырезать дырку надо. Объект мод это вот этот. Теперь edit мод. Выделяем все. О, так тут разрезано она. Че я волнуюсь-то? Она уже разрезана. И там будет дыра. Ладно, будь-то в Victory, Face, не так, лучше в этом случае брать вот эту выделялку, она берет все, что нужно, а не нужно, удаляем. Так, удалить фейса. Все нормально. А саму дверь немножечко мы увеличим сейчас. Объект. Вот этот будет SPZ. Я не понял, ребят. В чем дело? Plane, все нормально. Тут какая-то. Мега. Вот этот надо удалить еще. Все. Так, хорошо. Теперь откроем дверь. Вернее, где она у нас? Вот она. Я что, я не могу понять, ребят? Объект мод. Вот она, надо. S. Почему при этом? Чушь. Какой-то баг пошел. Это точно. S по X. PZ, вернее. Чуть-чуть вот так сделаем. Потом двинем сюда. Я думаю, что это будет аккуратно то, что нужно. Отлично. Время 23 минуты. Ну и то же самое с этой стороны. Я не буду вас задерживать на этом. То же самое с этой стороны. Хорошо? Хорошо. Вот оно наше. Это так. Где у нас? Стоп.